Дедушка, а мы не заблудимся? С компасом? С компасом не заблудимся. Вот бы успеть к завтраку собрать земляники. Успеем. Лариска, смотри, белая ворона. Просто кто-то из ребят пошутил. Эй, ты! Отдай компас! Что же делать? Это чужой компас. Мне попадет от вожатой. Что-что? Полезу в дупло. Здесь какой-то подземный ход. Лезь сюда! Дениска, да это настоящая страна земляники. Какие странные дети. Нужно выяснить, кто они. Смотри, дома какие-то. Наверное, они здесь живут. Компас, наш компас. Смотри, одноусый и белая ворона. Это они несут ему дань. Ему большие, а себе маленькие. А я собрал больше всех, потому что я самый ловкий. Нет, я, потому что я ловчей. Нет, я. 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 Тебе больно? Я ему еще покажу, как драться. Ты кто? Я самый сильный, самый умный, самый смелый. У меня самое красивое имя. Зовут меня Кузька. Ха, да ты хвостун. Конечно. А они? Тоже хвостуны, но я хвастливее их. Понятно. Мы попали в город хвостунов. А вы кто? Хвостуны, ябеды или подлизы? Тоже скажешь. Мы просто дети, пионеры. Она Лариска, а я Дениска. Как же так? Все дети обязательно должны быть хвостунами, ябедами или подлизами. Или хулиганами. Так Одноусый говорит. Обманщик твой Одноусый. Он украл у нас компас. А у меня дом лучше. А я самый белый. А у меня дом лучше. А я самый белый. А у меня дом лучше. Как что? Хвастается. Мы всегда так. Собираем землянику, а потом хвастаемся. Скучно вы живете. Ой, как скучно и плохо. А школа у вас есть? А что это школа? Какой ужас. Он не знает, что такое школа. А футбол вы играете? Это земляничка такая. Сам ты земляничка. Вот что это. Дай мне попробовать. Держи. Еще держи.
А говорил, самый сильный, самый смелый. Ничего ты не знаешь, ничего ты не умеешь. Хвастун несчастный. Они же не виноваты, их же просто никто не воспитывает. Хочешь мяч? У нас с хвастунами никто не дружит. Их презирают. Пойдем на ресторан. Постойте, я с вами. Я помогу вам. Потому что я все знаю, все могу, все умею. Опять хвастаешься? Я правда знаю, куда побежал одноусый. Я вас поведу. Вы мне очень нравитесь. Не презирайте меня. Я попробую больше никогда не хвастаться. Ну ладно. Поверим? Поверим. Он побежал туда, в город подлиз. Вот, это город подлиз. Ничего себе, городок. А это кто? Это Кил. А для чего ему три корзины? Так он же подлиза. Они все так. Одну себе, а две одноусому. Кил! Кил! Это пионеры. Они подарили мне мяч. Какие вы добренькие, какие вы красивенькие, какие вы хорошенькие. Это он подлизывается. Перестань подлизываться. Лучше скажи, не проходил ли здесь одноусый? Для вас сию минуточку. Подлизай, подлизай. Спрашивают, где одноусы? Я их сейчас побью! Подлиз несчастных! Пожалуйста! Что это? Они же не знают, что подлизываться стыдно! Как не стыдно? Сейчас же наденьте штаны! Пожалуйста! Одноусы! Ну вот, бестолковый. Какие вы добренькие. Какие вы сильненькие. Кил, столкну опять. Никакие мы не такие. Просто надо же выручить человека. Как это выручить? Одноусый говорит, что выручают и дружат только дураки. Если бы мы не дружили, то ты до сих пор там бы висел. Правда, Гуська? Вот Кузька с нами дружит, и мы с ним. А мне можно с вами дружить? Если не будешь подлизываться. Он не будет. Я дам ему подержать свой мяч. На, понеси немножко. Из-за этого Кива мы упустили одноусого. Не сердитесь, я знаю, он спрятался у ябед. Я покажу. Пойдемте скорее.
А что, ябеды тоже собирают землянику для Одноусова? Еще как! Вот они, ябедничают! Солнца, мы с тобой выйдем из пещеры и по этой стрелке пойдем прямо на север. Там должен лежать волшебный камень. Слушай внимательно. А почему он волшебный? Если встать на этот камень лицом на юг и сказать свое желание, то оно тотчас сбудется. Ты спрашиваешь, какое мое желание? Хочу, чтобы все дети стали ябедами, хвостунами, подлизами и хулиганами. Ясно? Все! А теперь будем спать. Желание сбывается только одно. Мы пропали. Наоборот, мы спасены. Нужно забрать компас, найти волшебный камень и сказать желание. Хотим быть дома. Хотим быть дома. И мы спасены. Одно.
Дениска, а как же Кузька, Кив, Муха и все остальные дети? Так они и останутся хвостунами, ябедами и подлизами. Это же ужасно! Ты что задумала? Давай скажем другое желание. Пусть все дети страны земляники станут хорошими детьми. Ты права. А домой мы и по компасу доберемся. Скорей! Скорей на камень! Отсюда не выбраться даже с компасом. Все равно мы должны спасти этих детей. Да, мы должны. Говори желание. Пусть все дети, страны земляники станут честными, правдивыми, и дружными, Вы что здесь шумите? Всю рыбу распугали. Ну, конечно, как всегда, Дениска и Лариска. Опять путешествуете с позаранку? Эх, придется пожаловаться вожатой. Ябеда. Мы так старались. И все-таки один ябеда остался.